Приветствую вас на телеканале Алекс Юа. Я Ольга Колганова, и это проект «Реплика в эфире», в котором я продолжаю знакомить вас с нашим телевизионным закулисьем. Организатор современных Олимпийских игр, французский спортивный общественный деятель Пьер де Кубертен восклицал: «О, спорт, ты мир!» Французский писатель Морис де Кабра шутил, что спорт – это развлечение до седьмого пота. Известный ученый и историк XIX века Василий Ключевский говорил: «Спорт становится любимым предметом размышления и скоро станет единственным методом мышления». Мы же разделяем точку зрения римского поэта-сатирика Ювенала, который утверждал: «В здоровом теле здоровый дух». Именно поэтому на телеканале «Алекс Юа» спорту всегда уделялось особое значение. Мы, пожалуй, единственная телекомпания в регионе, которая проводит прямые трансляции гандбольных матчей, турниров по художественной гимнастике, плаванию. Эти трансляции можно смотреть как в прямом эфире, так и на сайте телеканала или на официальной страничке в Facebook. С учетом особенных условий нынешнего карантина это тем более актуально и популярно. Хочу особо отметить, что спортивная редакция «Алекс Юа» имеет женское лицо. На хрупкие плечи журналисток легла ответственность за новостной контент, освещение турниров и соревнований, сенсации и курьезы в мире спорта. Без выходных и праздничных дней, сменяя друг друга, они уверенно держат руку на спортивном пульсе Запорожья. Нашим девочкам трудно отказать в интервью. Еще бы, врожденное женское обаяние, профессионализм, корректность. Понимая, как устают спортсмены во время матча, они терпеливо ждут их после окончания соревнований или тренировки, чтобы взять долгожданное интервью. Спортивная журналистика имеет свою специфику и требует от журналистов умения разбираться во всех видах спорта, знать каждого спортсмена в лицо, быть в курсе всех спортивных событий в нашем городе. Без любви к спорту, самоотверженного служения делу интересного репортажа не создать. И очень важно в каждом сюжете или прямой трансляции сохранить эту атмосферу зрелищности и спортивного духа. Энергия победы на спортивных соревнованиях – это эликсир позитива и молодости также и для нас, зрителей. Большинство украинцев морально подавлены экономическими проблемами, карантинными ограничениями, коммунальными платежами, даже семейными неурядицами. Среди этой информационной безнадеги, жизненного круговорота событий есть глоток свежего воздуха. Это спорт. Успехи известных спортсменов побуждают и нас самих заниматься спортом. Пусть на бытовом уровне, в спортзалах, фитнес-клубах или даже во дворе. С активным развитием соцсетей несложно отследить, что на смену ненавистным наркотикам, алкоголю и курению уверенно приходит мода на красивое спортивное тело. Эту тенденцию мы активно продвигаем на телеканале «Алекс Юа». Зарядка утром, йога в обед. А вечером наших телезрителей ожидают спортивные новости или прямые трансляции матчей из Дворца спорта «Юность». Благодаря этой спортивной жемчужине, которую подарил городу авиагигант «Мотор Сич», Запорожье сегодня знает вся Европа. Мы мечтаем, чтобы наша заразительная пропаганда спорта стала по-хорошему вирусной. Ведь спорт – это здоровье. А здоровье – это счастье. Это была последняя реплика на сегодня. Смотрите «Алекс Юа» и да будет у вас здоровая, крепкая, счастливая семья!